Тысячи лет горит здесь огонь. И тысячи лет ветер раздувает огненные языки, летящие из недр Апшеронского полуострова. Огонь дарит этой земле тепло, а ветер разносит его частицы через время и пространство. Атижгях – храм поклонения природному огню. Иго-Шагала – ворота крепостных стен старого города Баку и Чири-Шехер. Девичья башня, Гызгаласы и Тюрбе – усыпальница дворца Шерваншахов. Эти жемчужины человеческой цивилизации веками смотрели вслед орлам, летящим с Кавказских гор к самой восточной оконечности Азербайджана. Азербайджан с высоты орлиного полета – птица, которая, широко распластав крылья, устремилась вперед из горных теснин Кавказа на просторы Каспия. На самом востоке – ее клюв – Апшеронский полуостров. Миллионы лет воды Каспия затапливали земли Апшерона, стремясь смыть их с лица земли. Но каждый раз он выходил победителем, становясь все выше и выше. И, наконец, приблизительно 100 тысяч лет назад Апшеронская земля достигла такой высоты, до которой воды Каспия подняться уже не могли, и одержала окончательную победу. С того давнего времени и начинает свой отсчет история Апшеронского полуострова. История, написанная природными стихиями и человеческим разумом. Десятки, сотни тысяч водоплавающих птиц ежегодно проводят зиму на Каспии у берегов полуострова, в Апшеронском национальном парке. Самые многочисленные здесь – лысухи. Вместе с лысухами на прибрежных мелководьях часто кормятся разнообразные нырковые утки, хохлатые и морские чернети, крохоли и лутки, красноносы, красноголовые и белоглазые нырки. Ближе к берегу держатся утки речные – кряквы, черки-свистунки, шилохвости, свези, широконоски. Изящные кулики-шилоклевки занимают участки на границе суша-вода. А настоящим украшением этой зимующей пернатой компании являются белоснежные лебеди. Азербайджан с точки зрения птиц имеет уникальное географическое положение. Расположен он на пути пролета птиц из Урала, Западной Сибири и Казахстана в Африку. Для этих пернатых путешественников Каспийское море и охраняемые природные территории равнинного Азербайджана являются удобным местом для отдыха, одной из главных промежуточных остановок на великом миграционном пути. Но многие миллионы птиц не летят дальше на юг, а останавливаются здесь, потому что для их зимовки в Азербайджане есть все природные условия. Там, где много птиц, всегда есть и охотники на них. И самыми заметными птицеловами в Апшеронском национальном парке зимой являются орланы-белохвосты. Специализируются они здесь на ловле лысух.
Ничего удивительного, среди десятков тысяч птиц всегда найдутся особи, ослабевшие или больные. Вот их-то и высматривают взрослые орланы, раз за разом пролетая над скоплениями птиц и зорко вглядываясь в движение уток и лысух. Лысуха в лапах орлана. Но это не конец истории. Часть орланов зимуют здесь семьями. И взрослые орланы приносят молодым пойманную, но не убитую добычу для тренировки охотничьих навыков у подросших птенцов. Только орлан-белохвост после удачной охоты начинает пировать, к нему прилетают пернатые нахлебники. Крикливые серые вороны и молчаливые болотные луни. На вопли серых ворон моментально реагируют четвероногие хищники, в первую очередь шакалы. Самый быстрый и расторопный из шакалов устремляется к орланам и спокойно забирает добычу у царственных птиц. Те даже крыльями не ведут. Кормись, мол, бедолага, а мы еще поймаем. Шакалы в поисках чего-нибудь съедобного несколько раз за сутки внимательно осматривают морское побережье. Подарки ищут от седого Каспия. И часто находят. К примеру, банку из-под сметаны, да еще с остатками на дне. Забавно. Но если принять во внимание степень загрязнения морей и океанов на нашей планете, становится не до смеха. Каспийское море не исключение. Вокруг Каспия 5 независимых государств. И в настоящее время экологическое положение Каспия находится в очень сложном состоянии. В шельфовой зоне моря в некоторых местах концентрация загрязнителей в 10-20 раз превышает норму. Печальное первое место занимают загрязнители, поступающие вместе с впадающими в Каспий реками, которые ежегодно приносят в море 75 миллионов тонн нефтепродуктов. Из них 95% приходится на Волгу. Шакал свой неосмысленный вклад в очистку Каспийских вод внес. Дело за нами, людьми. Снег на Апшероне бывает редко, и не каждый год. День-два, максимум три. Но эти снежные, морозные дни – настоящее испытание для зимующих здесь птиц и зверей. Птицы активно перемещаются в поисках свободных ото льда и снега кормных участков воды. Во время отдыха стараются быть малоподвижными. Нахохливаются, прячут открытые участки клюва и лап в перья. Корм добывают активно, стараясь как можно быстрее насытиться и свести потери энергии тела к минимуму. Шакалы теряют последнюю природную осторожность
и в поисках еды проводят не только привычные сумерки, но и большую часть светового дня. Именно в этот период между отдельными особями, даже между членами одной стаи, проявляется повышенная агрессивность. Звери дерутся из-за куска еды. Побеждает сильнейший. И счастье для большинства зимующих здесь животных, что снег и мороз не длятся на Апшероне больше 3 дней. Так же внезапно, как налетевшая непогода, приходит на Апшерон зимнее солнце. Оно приносит в местный мир относительное тепло и спокойствие. К вечеру отогревшиеся на солнце животные оживают. Лебеди начинают вечерние перемещения, но уже не с целью спастись, а скорее покрасоваться. Напомнить всем, что конец зимы не за горами, и скоро наступит самое лучшее время для всего живого – весна. Самые красивые и необычные птицы для зимнего Апшерона – фламинго. Розовое чудо здешних мест. В Апшеронском национальном парке их не бывает много – несколько десятков. Большинство фламинго зимуют южнее. Но ведь все это – и орлы, и фламинго, и лебеди, и тысячи других животных живут всего в 60 километрах от города Ветров, города-миллионера, самого крупного порта на Каспийском море и самого большого города на Кавказе, столицы Азербайджана – Баку. Весна на Апшеронский полуостров приходит с мартовскими ветрами. Расцветает степь. Зеленеет полоса суши у кромки морского прибоя. Природа благоухает, понимая, что на смену мартовской весенней свежести уже в середине мая на земли полуострова опустится летний зной. Редкая представительница сухопутных черепах, черепаха средиземноморская, спешит отъесться на сочной весенней пище, молодых листьях и побегах злаков бобовых.
Позднее в рационе черепах появляются сочные плоды. Не отказываются они и от улиток и слизней, червей, насекомых. Но сейчас зеленые растения. Встречаются среди черепах и истинные гурманы. Лакомятся они исключительно головками цветов. Летом можно увидеть неспешно ползущих по своим делам черепах только утром или вечером. В знойные часы животные прячутся в тени, между камней или под кустарниками, зарываются в прошлогоднюю листву. Но пока весна, черепахи готовы быть активными круглые сутки. Махаон – одна из самых крупных и красивых бабочек семейства парусников. Эта бабочка предпочитает открытые прогреваемые пространства, встречаясь даже в полупустынях. Для махаона, как для большинства бабочек, единственным кормом является нектар цветков. Поэтому и они спешат. За яркими дневными бабочками внимательно наблюдают ящерицы. Но привлекает юрких рептилий не красота порхающих бабочек, а возможность полакомиться ими. Есть у ящериц и свои враги. Один из них очень заметный и нарядный. Это птица удод. Удоды выводят потомство в норах. Для птенцов там комфортно и безопасно. Эти качества земляной постройки удода оценили и смышленые маленькие ящерицы – каспийские гекконы. Только встречаться с длинноклевыми хозяевами норы гекконы не намерены. Еще бы! Ящерицы – обычная добыча в рационе удодов. Но ящерицы бывают разные. К примеру, быстрых ящерок удоды ловят в полупустыне. Удод вылетает из норы на охоту, гекконы выходят к солнцу. Удод прилетает, гекконы со всех ног прячутся. Так и живут. Муравьи упорно и настойчиво собирают семена растений, главным образом злаков. Их сейчас много. Весна. Активны не только животные, но и растения. А бесконечный апшеронский ветер с удовольствием срывает и разбрасывает семена по заповедной земле. И даже зеленая жаба по вечерам позволяет себе прогуляться по полупустыне. На диких морских пляжах из гальки и ракушечника небольшими колониями гнездятся малые крачки. У этих птиц удивительные супружеские отношения. Галантный самец с самых первых встреч с будущей супругой постоянно преподносит своей избраннице подарок – рыбку. Доказывает таким образом, что он способен будет прокормить не только себя, но и семью.
Но самочка сейчас озабочена скорее безопасностью гнезда, чем голодом. И самцу малой крачки приходится съесть рыбку самому. Ближайшие соседи малых крачек – морские зуйки. Морской зуёк является типичным обитателем низменных частей побережья солоноватых и соленых водоемов, где и сооружает свои гнезда в небольших углублениях, обкладывая их камешками и обломками раковин. Потому так и называется – морской. Основные враги чаек и куликов на заповедных островах, при отсутствии там четвероногих хищников – змеи. Водяные ужи безопасны для взрослых птиц, но они не прочь схватить маленького птенчика. И зуйки, и крачки постоянно готовы дать достойный отпор наглым рептилиям. Но тут история другая. Водяные ужи заняты брачными отношениями между собой. Они не на охоте сегодня. У них день любви. Необычное поведение змей не остается без внимания птиц. Они озадачены и удивлены. Ужи ведут себя не так, как обычно. И пернатые обитатели местной колонии не прочь понаблюдать за развитием событий змеиной свадьбы. Правда, с соблюдением всех своих пернатых правил безопасности. Одиночных змей малые крачки бесстрашно прогоняют. Правда, и тем гнезда крачек пока не интересны. Еще не время. В гнездах нет птенцов, только яйца. Солнце клонится к горизонту. К берегу подходят стаи рыбной мелочи. Десятки, сотни тысяч мальков. Рыбное перемещение вызывает неподдельный интерес у тысяч водяных ужей. Апшеронский национальный парк – это их царство. Предстоит великая рыбалка. Но быстро густеющие сумерки не позволят нам увидеть это действо в полном объеме. А Апшерон готовится встретить весеннюю ночь. Апшерон –
из языка древних жителей полуострова обозначает «соленая вода». Соленая вода Каспийского моря окружает Апшеронский полуостров, который имеет длину около 60 километров и ширину до 30 километров. На восточной оконечности полуострова расположена песчаная коса Шах-Дили, Шахова коса. Именно здесь в 2005 году был создан Апшеронский национальный парк, один из самых молодых национальных парков Азербайджана. Но охраняются эти земли уже давно, полвека, с 1969 года, когда на восточной оконечности Апшеронского полуострова был организован государственный заказник. Задача парка – сохранение нетронутой природы Апшеронского полуострова, обитающих на этой территории джейранов, каспийских тюленей и водоплавающих птиц. Размеры его невелики. Площадь парка составляет 783 гектара. Но учитывая то, что полуостров исторически заселен человеком, территория парка является фактически единственным природным убежищем для обитающих здесь животных. Жизненно важным местом для мигрирующих и зимующих птиц, едва ли не последним убежищем для целого ряда редких и исчезающих видов, в том числе и для самого маленького тюленя в мире – каспийского. В результате на небольшой территории возникает уникальное сообщество животных и растений степей, полупустынь и солончаковых лугов. Утром на Апшероне первым просыпается ветер и уже не утихает. Лисица выходит на охоту. В ее норе появились лисята, и необходимость в пище теперь растет с каждым днем. Лисица, хотя и принадлежит к типичным хищникам, питается самой разнообразной пищей. Но главное в меню каждой лисицы – мышевидные грызуны. Чтобы насытиться, ей нужно поймать и съесть не менее двух десятков мышей и полевок в день. И так лисица мышкует. Есть в Апшеронском парке необычные небольшие пруды. Это рукотворные водоемы. И их здесь много. В прошлом веке на дне таких прудов выращивали апшеронские арбузы. Сейчас уровень воды в прудах, следуя за падением воды в Каспийском море, упал. Некоторые водоемы и вовсе пересохли. И теперь они служат местом обитания необычно красивых и изящных куликов – ходулочников. На каждом пара, а то и две. Найдя подходящий для гнездования участок, ходулочники исполняют удивительный по красоте танец любви. А уже через несколько дней в гнезде ходулочников четыре пестреньких яйца,
будущее куликов. Теперь для ходулочников самое главное – насиживание. Оно будет длиться долгих 4 недели, пока наконец-то в гнезде не появятся птенцы. Весеннее солнце над морем встает быстро. Но пока еще сохраняется утренняя роса, пронизанные солнечным золотом улитки танцуют свой танец, медленный и страстный. Трясогузки купаются. Наступает время дневной жары. Это время священного скарабея. Жук-скарабей живет на песчаных почвах. Питается пометом. Жуки изготавливают из него шарики разного размера, иногда значительно превышающие размеры самого жука. Эти шарики укатываются на расстоянии десятков метров и в подходящих местах закапываются в землю. Еда для будущего потомства. Работа эта нелегкая. Скарабей – один из самых известных символов Древнего Египта. Египтяне всегда вдохновлялись природой. Она была для них учителем, великой книгой жизни. Все в природе, от самых маленьких ее обитателей до таинственных звезд и галактик, скрывало в себе глубокие учения и истины. Наблюдая за поведением жука, египтяне заметили, что скарабей, этот великий труженик, обрабатывает бесформенную вязкую массу навоза, превращая в совершенный круглый шарик – сферу. Все это привело египтян к отождествлению его с солнцем. Подобно тому, как по легендам солнце возвращается из мира теней и воскресает в свете дня, маленький жук, полагали египтяне, повторяет путь солнца и также воскресает. Иногда дорога вниз без груза оказывается труднее, чем вверх. Пока скарабей только готовится к продолжению рода, едва появившаяся на свет маленькая черепашка делает свои первые шаги. Кабаны Апшеронского полуострова необычны. Как и все их собратья при Каспийской низменности, они обожают тростниковые заросли. Здесь их стол и дом. Здесь же родильное отделение и ясли для поросят.
Тростники прекрасно укрывают кабаньи семьи от четвероногих хищников, прежде всего от шакалов. А вот грязевые морские ванны для кабанов бывают не в каждом заповеднике или национальном парке. Грязь всегда и везде нужна кабанам для поддержания в чистоте своей кожи, для борьбы с паразитами и кровососами. Апшеронские грязевые ванны вне конкуренции. Кажется, горячая морская грязь оказывает благотворное влияние даже на самых маленьких поросят. Водопои для кабанов здесь тоже уникальны. В парке нет рек с пресной водой, и здешние кабаны научились заходить в море и пить морскую воду. Большинство животных, как и человек, не в состоянии ее пить. А вот апшеронские кабаны могут. После полудня у кабанов сиеста. А у больших морских чаек-хохотуней и черноголовых хохотунов даже в полдень отдыха не бывает. Живут они на островах, в некотором отдалении от косы Шах-Дили. Одной из интересных особенностей Каспийского моря является изменение его уровня с резкими падениями и подъемами различной продолжительности. Причины колебаний до сих пор точно не установлены, хотя предполагается, что это может быть связано с колебаниями стока рек, деформацией дна, с поступлениями вод из-под земли, изменениями климата. Но последние десятилетия вода в Каспии уходит. С 1996 года, то есть уже 20 с небольшим лет, уровень воды в самом большом озере планеты падает почти на 7 сантиметров в год. Ближайшие к национальному парку острова оказались доступными для лисиц и шакалов. Колониальные морские чайки покинули их и переместились дальше в море на остров Тюленей. Когда у чаек-хохотуньи появляются птенцы, а это происходит в конце мая, начале июня, взрослые птицы становятся очень агрессивными. Это оправдано. Атакуя четвероногого или пернатого хищника, чайки способны прогнать его и спасти птенцов. А те уже в возрасте даже нескольких дней понимают, что крик родителей – предостережение. Прятался в тенек. А на открытом острове тень можно найти только под мамой. В отличие от утят или цыплят, птенцы чаек еще 1-2 недели сидят в гнезде, где их греют, опекают и кормят оба родителя. Лишь уже оперившись, птенцы начинают самостоятельно передвигаться по колонии, еще долго выпрашивая корм у взрослых птиц. В чаячьем общежитии очень важно соблюдать порядок, не нарушать его правила.
а они просты. Не претендуй на чужую территорию, уважай соседей. Чайки очень хорошо это знают. Кулик-камнешарка кормится, переворачивая камни на берегу моря, обшаривая таким образом побережье в поисках мелких беспозвоночных животных. Краб таких размеров может тоже оказаться добычей камнешарки, но может и защитить себя. Ветер немного утихает, вода становится прозрачной. И водяные ужи или шахматные гадюки готовятся выйти на рыбалку. Обитает уж вблизи различных текучих и стоячих водоемов, на морских побережьях и островах, куда заплывает с материка по берегам рек, озер, прудов, на пойменных лугах, в тростниковых зарослях, болотах. Прекрасно плавает и ныряет, в том числе и в морской воде. Несмотря на миролюбивый характер, он является активным хищником. Предпочитает рыбу разных видов – окуня, плотву, вьюна. Может охотиться даже на щуку. Поэтому ученые его называют ихтиофагом. Иногда на кормных местах ужи словно соревнуются в мастерстве с другими рыболовами. Желтыми цаплями, например. Рыбу ужи ловят среди водных растений, коряк или подстерегая, лежа на дне. Цапля хватает рыбу, которую секундами раньше поймал уж. Как же повезло рыбе. А вот рыболовы на этот раз остаются ни с чем. Если добыча крупна, водяной уж не может ее проглотить под водой и с пойманной рыбой устремляется на берег. Здесь он ее и заглатывает. Лисица теперь все чаще и чаще покидает свое логово. Месяц назад, когда лисята только появились на свет, лисица практически перестала выходить из норы, и лисовину пришлось много охотиться одному. Прошел месяц, и подросшие лисята уже встречают родителей у входа в логово. Теперь самка может охотиться наравне с самцом. У лис в воспитании малышей принимают участие оба родителя, которые постепенно приучают детенышей к обычной пище и к ее добыванию. Вскоре подросшие лисята начнут ходить с отцом и матерью на охоту, играя между собой и приставая к старшим. Но пока лисята при малейшей опасности прячутся в укрытии, а лисица не спешит удаляться от логова, время от времени возвращаясь к лисятам, чтобы убедиться, что все в порядке. В
Джейраны на Апшеронском полуострове жили тысячелетиями. Это их исконные земли. Но люди, разрабатывая природные богатства, развивая скотоводство, все больше и больше урбанизируя полуостров, к концу прошлого века полностью вытеснили эту единственную нашу газель из Апшерона. 24 декабря 2010 года состоялось открытие программы по реинтродукции джейрана в Азербайджане. Инициаторами широкомасштабных работ по расселению этого вида выступили фонд Гейдара Алиева и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Цель этой программы – восстановить численность джейрана в исторических местах его обитания. И джейраны на территорию Апшеронского парка вернулись. Их здесь пока немного, уж слишком мала территория и много четвероногих хищников, но джейраны и в этих условиях выживают. И снова остров тюленей. Именно здесь гнездится самая редкая из чаек Каспийского региона – черноголовый хохотун. Этот вид обитает в аридной, засушливой зоне Евразии от Азовского моря и Предкавказья на восток до Монголии и Китая. Для гнездования черноголовые хохотуны выбирают только изолированные острова, недоступные для четвероногих хищников. В связи с этим численность вида невелика. В мире насчитывается всего около 2500 гнездящихся пар хохотунов. Поэтому вид включен в многочисленные красные книги, в том числе и в Красную книгу Азербайджана. Соседями черноголовых хохотунов являются серебристые чайки. Птицы с непростым, агрессивным характером. А когда подрастают птенцы, стычки между этими двумя видами становятся неизбежными. Справедливость восторжествовала. Агрессоры с позором изгнаны. Птенцы, обласканные заботливыми родителями. И как закономерный итог наступившего на колонии спокойствия, кормление рыбкой постоянно голодных птенцов. Колонии хохотунов непостоянны. Иногда сохраняются в течение только одного сезона, а некоторые стабильны и существуют по нескольку лет. На острове Тюленем чайки гнездятся уже не одно десятилетие. Но каспийского тюленя мы и здесь не нашли. Обмеление Каспия привело к тому, что к берегам заповедного полуострова с его нынешними мелководьями тюлени в настоящее время физически подплыть не могут. Остается искать его на островах восточнее национального парка. Каспийский тюлень. Это единственное морское млекопитающее на Каспии. Уникальный эндемичный вид. В начале 20 века численность каспийского тюленя составляла около 1 миллиона особей. Охота, бездумный рыбопромысел и загрязнение окружающей среды
привели к тому, что популяция каспийского тюленя угрожающе сократилась. В настоящее время каспийских тюленей осталось не больше 110 тысяч по всему Каспию. Причем численность популяции за последние 10 лет сократилась более чем на 300 тысяч. Тревога за выживание этого редкого вида была в 1969 году основной причиной создания государственного природного заказника «Апшерон» и в 2005 году Апшеронского национального парка. Остров за островом пролетают под нами сказочной картинкой. Сказка без главного героя. И, наконец, недалеко от острова Пиралахи, что означает «Божья святыня», на небольших скалах мы замечаем тюленей. Сначала одного, спокойно отдыхающего. Потом еще не менее 5 зверей. Все-таки каспийские тюлени живы. Как жива на радость всем людям необычная, неповторимая, удивительно разнообразная природа Апшеронского национального парка. Спокойные шакалы и бесстрашные кабаны. Грациозные джейраны и могучие орлы. Изящные фламинго и белоснежные лебеди. Величественные черепахи и священные жуки. Мир дикой природы всего в нескольких десятках километров от великой столицы, города, обдуваемого ветрами, Баку. Сохранив в себе вечный огонь земли, Апшерон не перестает дарить всем нам тепло жизни. А свежий морской ветер, как и тысячи лет назад, разносит частицы его огня через время и пространство.